Понежиться в солнечных лучах и отдохнуть после холодной зимы мечтают многие, а кто-то уже на пути к осуществлению своего заветного желания. Притом затрат на реализацию не понадобится ни одного лея. Хотите знать секрет? Смотрите следующий репортаж. Весна, по мнению многих людей, самое прекрасное время года. Весенние праздники один за другим. И один из самых любимых женщинами – 8 марта. Радио Prime FM подарило милым дамам сюрприз в виде нового конкурса. Подробно об этом расскажет директор радиостанции. Победительницей стала женщина, но в конкурсе участвовали в основном мужчины. Компания называлась DEF – «Дикционар экспликатив феминин». Это очередная идея Prime FM, как и все остальные компании, которые организованы специально для наших слушателей. Победитель рассказал, что ему было нелегко выиграть этот конкурс, но вот получить главный приз – это дело простое – поездка в Болгарию на 7 дней. Было немного сложно, так как нужно было слушать радио несколько дней подряд. И в последние дни я почти сдался, но любовь меня мотивировала на победу. А любимая, конечно же, восхищена таким возлюбленным, который на всю страну заявил, что любит и не стесняется об этом говорить. Для меня это был двойной сюрприз. Он мне позвонил и сказал: «Ты знаешь, что я участвовал в конкурсе и победил?» Честно, я была в шоке несколько минут, но не сильно была удивлена, так как и друзья мои знают, что он любит делать сюрпризы, и этому я очень рада. Ремарка при нороку свой. Вы мерил и среди нороку, что дата остается рыщей, могу фартануть. Будьте внимательны на Prime FM. Этой весной периодически будут звучать подобные конкурсы, так что не пропустите свой шанс. Мы и дальше будем организовывать подобные кампании и будем награждать еженедельно, ежемесячно различными премиями. Вы должны быть просто внимательны и слушать волну 88.0 в Кишиневе. У нас будет замечательная кампания в апреле, так что вы сможете принести радость и подарки в семью в пасхальные праздники. Именно так поступает молдаван, когда любит, демонстрирует свою любовь. А радио Prime FM – отдельное спасибо за такие конкурсы. Собранные, отобранные и одобренные – это были лучшие новости про Ньюс. С вами была я, Юлия. До встречи через неделю.